Шеф-повар Максим Григорьев. Творожно-маковая пасха. Творожная пасха – настоящее украшение каждого пасхального стола. Хочется, чтобы пасха получилась и вкусной, и красивой, и интересной на срезе. Предлагаю вашему вниманию пасху, в которой очень гармонично сочетаются два слоя – маковый и лимонный. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Мак 100 грамм рам-рам. Масло сливочное 100 грамм рам-рам. Сахар 4 столовые ложки. Сметана 100 грамм рам-рам. Творог 600 грамм. Цедра лимона 1 чайная ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобится творог, сметана, сливочное масло, сахар, лимон. Шаг 2. 100 грамм мака промыть, поместить в кастрюлю и залить водой таким образом, чтобы она была немного выше мака. Довести до кипения, проварить 2-3 минуты. Снять с огня и оставить под крышкой до полного охлаждения. Слить оставшуюся жидкость, а мак дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой или измельчить другим удобным способом. Шаг 3. 600 грамм творога соединить с мягким сливочным маслом 100 грамм рам, сметаной 100 грамм рам и сахаром 4 столовые ложки. Шаг 4. Измельчить блендером до однородной массы. Разделить всю массу на 1/3 и 2/3 части. Шаг 5. Большую часть соединить с цедрой лимона, 1 чайная ложка, и перемешать. Шаг 6. Меньшую часть соединить с маковой массой и перемешать. Шаг 7. Форму для приготовления творожной пасхи выложить слегка влажной марлей, стараясь, чтобы нигде не образовывалось складок. Распределить белую творожную массу по дну и стенкам формы. Старайтесь, чтобы толщина белого слоя везде была одинаковой. Оставьте 2-3 столовых ложки для того, чтобы потом сделать дно пасхи. Шаг 8. Внутрь выложить творожно-маковую начинку и разровнять. Шаг 9. Накрыть маковую массу отставленной творожной массой. Разровнять. Шаг 10. Завернуть края марли на творожную массу. Сверху выложить пластмассовую крышку или какой-то другой плоский предмет подходящей формы, а на него небольшой груз, например, стакан или банку с водой. Отправить в холодильник на 12 часов, периодически сливая образовавшуюся на тарелке жидкость. Шаг 11. Снять груз, развернуть марлю. На донышко формы выложить тарелку, на которой будете подавать пасху, перевернуть пасху на тарелку прямо в форме. Снять форму и марлю. Творожно-маковая пасха готова к подаче. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.